Дружище, тебе нравится метро? Тогда тебе обязательно понравится наш сервер Galesmod MetroStroyer Server Project. Здесь ты сможешь ездить на различных метропоездах, кайфануть от кастомного качественного звука, реализма детализации, а также большим разнообразием карт. Чем мы отличаемся от других серверов? Так это добрым, приятным комьюнити и отзывчивой администрацией. Также у нас каждую субботу действует мероприятие «Диспетчерская суббота», которая тебя с корнями погрузит в атмосферу метрополитена. Вступай в группу Discord и залетай на сервер. Мы тебя ждем. Ссылки и специальный промокод ты найдешь в описании. Доброго времени суток, дорогие друзья. У микрофона Никита. Сегодня поиграем в Galesmod Metrostroy. Сегодня снова чузовский состав 81707 ЕЖ. Собственно, давайте приступим. Что у нас по настройкам вагонов? Как всегда, по стандарту 3 ставлю. Вот здесь у нас окраску кузова, салона можете менять, как хотите. Где, ну, кабины тоже. Информатор я оставлю такой. Тип панели оставим такой, старую плюс RRI. И запущен полностью. Собственно, создаем. Ну, а теперь можем приступить, собственно, к запуску. Итак, для этого нам нужно нажать на нумпаде 0, чтобы поднять вот этот вот кран. Ну и этот тоже. Теперь зажмите Shift и нажмите 0. И еще раз 0. Потом пробел. Собственно, все. Состав полностью готов. Я не знаю, кстати, успели ли вы за мной и все ли поняли, но если что, на нумпаде 0 это поднимает вот эти два крана. Потом Shift плюс 0 это уже не то, что на нумпаде, а просто с цифр. Shift плюс 0 мы вставляем реверсивку. И потом еще раз просто 0 мы ее направляем вперед. Вот. И потом, когда у нас начинает пищать РС, просто нажимаем на пробел, чтобы ударить по педали бдительности. И заглушить сирену. И, собственно, все. После этого поезд запущен. Собственно, давайте продемонстрируем. Мы можем открыть двери. Ну, достаточно. Самый добрый машинист. Собственно, поехали. Как видите, состав едет и работает. И все исправно. В общем, с вами был Никита, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну, еще увидимся.